Вечером 8 апреля на Смоленском переулке у дома номер 7 автомобиль BMW врезался в опору уличного освещения. По данным ГИБДД, водитель иномарки, мужчина 2002 года рождения, не справился с управлением. В результате аварии пострадал пассажир BMW, мужчина 2003 года рождения. С травмами пострадавший с места ДТП доставлен в больницу. В ходе профилактического рейда по проверке законности нахождения мигрантов на территории Российской Федерации, который проводили следователи регионального следственного комитета и инспекторы ДПС, на остановке общественного транспорта были высажены граждане Казахстана. По словам представителей власти, молодые люди не оплатили за проезд. К тому же у зайцев не оказалось никаких документов. У нас в Казахстане контролер каждому подходит и денежку берет, если наличка. Вот. Если карта, соответственно, карте прикладывает у контролера. У нас в Казахстане озвучка голосового, что контролера нету, что мы должны сами позаботиться и оплатить к водителю денежку налички. Не было. А вот. вы не ездили никогда в наших автобусах? Вы недавно, что ли, приехали? Мы буквально 3 дня. Мы только вот первый раз вышли. А почему вот. Документов у вас с собой нет? Документы у нас, кто получается? Руководитель забрал, чтобы на... Руководитель компании забрал у нас документы. Документ у них будут. Вот. Тот, кто и вас нам... принимал на работу? Да, и нам не выдали. Работодатель не выдал. А вы тоже, да, из Казахстана? Да, вы вместе приехали? Мы вместе, да, вот на автобусе мы вместе приехали. Вот сегодня у нас выходной, мы хотели съездить в торговый центр. Мы не отказываемся, да, мы соблюдаем все правила, мы ничего не нарушаем, мы стараемся не нарушать. Но мы не знали, что мы должны подойти к водителю, оплатить наличные. Когда пассажиры входят, сразу в автобусе видно правила оплаты. Там все написано. Было бы желание, кроме того, даже если это иностранные граждане, ничего не мешало уточнить у других пассажиров, как оплатить. А вот так вот просто стоят два инспектора, стоит контролер, пройти, просто усесться и чего-то ждать чуда, ехать бесплатно, но это данные граждане проехали более остановки бесплатно. Это и есть административное правонарушение, предусмотренное статьей 45 областного закона об административных правонарушениях. Что-то там они знали, что не знали. Это все разговоры в пользу нищих. На территории Российской Федерации они подчиняются правилам, действующим в Российской Федерации. На место был вызван экипаж патрульно-постовой службы полиции. Нарушителей для выяснения их личностей доставили в отдел полиции.